Тоже мало поющие. Не пьющие, а поющие. Как умеем, поем. Знаешь ли ты, кто тебя возлюбил? Знаешь ли ты, твою душу хранил? Ты расскажи, я в глубине, как и когда помогал он тебе. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как стальной хранит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и тебе пусть посидит Христа. Сердце твое пусть не молчи, может оно и красавица горит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и тебе, ой, Христос. Знаешь ли ты, что Христос любит? Прося, прося, повернись лицом. Окончательно грех кровью своей, и тебя он омыл, чтобы и ты в тех обителях жил. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь прогорит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь твой Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь прогорит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь твой Христос. Вика, отсядь немножко. Не забудь, прогони сердце страх. Вот ты живешь, завтра нет тебя прах. Только душа пусть надеждой живет. О, как хочется снять ей тяжелый свой грех. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь програнит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь програнит. Вспомни, как он на руках тебя нес, ой, тебе, твой Христос. Ухо чешется. Ну тогда по очереди будете. Как с кроватки свесим ногу, сразу скажем слава Богу. Пусть встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку, чтобы бегать к докторам, чистить зубки по утрам, чтоб не лен животик твой, руки мой перед едой. Перед тем, как подкрепиться, надо Богу помолиться, чтобы слабым помогать. Надо кашу доедать, кончил кушать или пить. Надо поблагодарить, чтобы папа не ворчал. Сделай, что пообещал. Чтоб дядь Володя не ворчал. Сделай, что пообещал. И дальше продолжим. Где? Перед делом. Перед делом говорит: Господи, благослови.
тобі, чтобы Бог прибавил сил, скажем, Господи, помилуй. Так в костер ничего не бросать. Хочешь добрым быть, никогда нельзя грустить. Чтобы быть хорошим самым, надо слушать папу с мамой. Если кто-то рядом злится, надо за него молиться. Если где-то насорил, за собою убери. Сделать что-нибудь, любя, значит так, как для себя. Слов не видно, ты шевелишь. Да. За розеткой нет. Еще раз. За розеткой. За розеткой ток живет, не влезай, он больно бьет. Чтоб другому угодить, надо жадность победить. Если будешь уступать, будет ангел помогать. Не тиши, не тиши. Ангел – это вестник Божий, тот, кто нам в добре поможет, что всегда спокойным быть, надо правду говорить. Если ты ходил гулять, надо обувь поменять. Если ты пришел в прогулки, надо сразу вымыть руки, чтобы утром бодрым стать. Надо вовремя лечь спать, чтобы зубки не лечить, перед вечером почисть. Если что-то злое снится, надо сразу же креститься. Если страшно, то проси, Матерь Божия спаси, чтобы страх напасть не мог. Скажем, да воскреснет Бог, перед сном произнесем слава Божия за все. Аллилуйя. Моя, моя, рассекая молнии, плывет в небеса Иисуса Павлус. Родина своя, ветер благодати, плечет меня. Я пойду по дороге простую, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под упадою? Да нет. На сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек березки упал на плечо, как я оторвал.